Девочки знают, что я приехал? Нет. Ты им не сказала? Я боялась, что передумаешь в последний момент, как тогда. Включи четвертую. Я уже здесь, так что скажи им. Хочется их увидеть. Сейчас и увидишь. Где же? Мы сейчас заберем Люси, а потом поедем домой. Ты не сняла мне номер? Нет. Мы же договорились. Я не была уверена, что ты приедешь. Как это понимать? Я не была уверена. Послушай, в прошлый раз кое-что произошло. За два дня до поездки. Ладно тебе. Не оправдывайся, это добром не кончится. И все из-за того, что однажды я не приехал? Нет. Причин много. Девочки тебе ужасно обрадуются. Я не хочу вам мешать. Ты нисколько не помешаешь. Но в любом случае, тебе надо зайти за чемоданом, когда его привезут. И переодеться, а то простудишься.